Лучше шарлотки с яблоками, может быть только шарлотка с яблоками. Приветствую вас, друзья, на канале Kinder's Life. Сегодня будем готовить классическую шарлотку с яблоками. Это простой рецепт. Шарлотка получается вкуснейшая. Для приготовления нам понадобится минимум ингредиентов. Во-первых, 4 яйца, яблоки, 2 стакана. 1 стакан с мукой, 2 стакан с сахаром. Также нам надо будет корица и сахарная пудра. Выпекать шарлотку мы будем в форме, которую я смажу сливочным маслом, но вы можете использовать для этого дела также и маргарин. Для начала возьмем 4 яйца и взобьем их миксером. Миксер выставляем на средние обороты. А теперь взбиваем. Для удобства взбивания возьмем стаканчик побольше и перельем сюда взбитые яйца. После того, как мы хорошенько взбили яйца, добавляем по чуть-чуть сахар. Сахара берем стакан, здесь 200 грамм, это классический стакан. Кто любит менее сладкое, может взять сахара чуть-чуть меньше, например, грамм 180, как взял я. Сахар насыпаем по чуть-чуть. После того, как мы хорошенько взбили яйца с сахаром, получилась даже такая уже вот пенообразная субстанция, мы сюда добавляем по чуть-чуть муку. Муку добавляем тоже в несколько приемов и взбиваем до однородной массы. Яйца с сахаром и мукой мы успешно взбили. У нас получилась такая вот однородная масса. И сейчас мы займемся яблоками. Мы их помоем и нарежем. Нарежем кусочками на такую форму. Я буду использовать где-то 2-3 яблока. Яблоки мы почистили от кожуры, нарезали кусочками средней величины и теперь займемся формой. Форму мы смажем сейчас маслом, положим сюда яблоки и зальем нашей субстанцией. После того, как форму мы промазали, перекладываем сюда яблоки. Яблоки распределяем равномерным слоем. Яблочки мы успешно переложили в форму. И теперь сверху присыпаем их корицей. Яблочки корицей мы присыпали. И теперь осталось залить все это дело нашей смесью, которую мы приготовили. Но маленький нюанс. Перед тем, как заливать, мы ее еще хорошенько один раз пройдемся миксером, забьем. И взбитую хорошенько массу выливаем сверху на наши яблоки. Шарлотку выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, минут 25-30 до готовности. Смотрите по своей духовке, как она у вас печет.
Такая вот красота испеклась у нас. Шарлотку перекладываем на тарелку. Шарлотке даем остыть, чтобы потом сверху присыпать ее сахарной пудрой. Шарлотка остыла, и сверху мы ее посыпаем сахарной пудрой. И по традиции пробуем, что же получилось. Класс! Шарлотка получилась такая, как я люблю. Отличное лакомство. Советую вам попробовать приготовить хотя бы один раз. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим рецептом с друзьями, готовьте сами, а я для вас буду снимать еще больше вкусных и интересных видео.